выставка народного декоративно-прикладного искусства, многообразие традиционных нарядов и угощения. На один день Крымско-Татарский музыкально-драматический театр стал точкой притяжения болгар со всего полуострова. Члены региональной диаспоры отпраздновали 25-летний юбилей общины. Песни чередовались с игрой на национальных музыкальных инструментах, а те сменялись народными танцами, которые в Болгарии принято называть хоро. Вариаций этого танца огромное множество. У каждого региона Болгарии свои колоритные особенности. Есть во всех них и сходство. Стилистики предусматривают хореографию, состоящую из нескольких незамысловатых движений, повторяющихся раз за разом. Однако на торжестве обошлось без этого. Многие номера артисты посвятили уникальным новогодним традициям. Наши дети 1 января выходят, ходят к нашим болгарам в дом, стучатся, рассказывают стихи, и этим же нужно их отблагодарить чем-то. Рассказав о новогодних праздниках отточенными движениями и звонкими голосами, артисты принялись восхвалять весну. Для болгар это самый ответственный период – время работы в виноградных садах. Мы стараемся свои праздники максимально адаптировать, чтобы они стали общекрымскими, узнаваемыми. И вот когда встречают весну, мартеницы, вот они там у нас есть на выставке представлены, то уже у нас крымчан, вот спросите, они знают, что это мартеница, болгарский символ весны. Болгарская община не самая многочисленная на полуострове. Порядка 1000 человек. Выступающие говорили и о том, насколько важно поддерживать мир на нашей малой родине. Уважать культуру и обычаи других народов Крыма. Ну а главная цель масштабного праздника – передача традиций подрастающему поколению. Что тебе сегодня больше всего понравилось? Больше всего мне понравились новогодние традиции моего народа. Я обязательно расскажу им своим друзьям. Как видим, главная цель достигнута, и это не может не радовать. Стефан Филатов, Сергей Козырь. Утро нового дня.